Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Дэн, поздоровайся со своими друзьями. Здравствуйте, мои дорогие! Как ты говоришь? Привет! Вы на канале? Привет! И сегодня у нас познавательное видео. У нас есть набор домашних животных. Барашек. День, где у тебя барашек? Покажи всем барашек. Как барашек говорит? Не, муму коровка говорит, а барашек как говорит? Бе! А вот коровка как? Вот у тебя в правой ручке. Муму! Еще у нас есть козочка, которая как говорит, Дениска? Ме! На, подержи, посмотри козочку. У нас есть зайчик. Зайчик, у него какие длинные ушки. Сколько у зайчика ушек? Два. Ну, барашек еще один. Собачка. Собачка есть. Собачка как говорит, Дениска? Как собака говорит? Афаф. И твоя любимая птичка, курочка, которая летать не умеет. Как курочки говорят? Ко-ко. Сегодня мы будем запоминать то, что кушает. Давай начнем. С какого зверя, Дениска? С какого мы с тобой зверя начнем? Ага. То есть мы начнем с зерна. Кто у нас зернышки любит, Дениска? Кого надо зернышками кормить? Смотри. Курочка клюет зернышки. Так не видно, мама. Покажи всем, чтобы было видно. Вот это у нас зернышки. И курочка кушает зернышки. Правильно, она клюет, в клювик забирает зернышки. А смотри, вот это у нас рядышком кто? Собачка. И что? Верните нам зернышки с курочки. Давай курочки оставим. Смотри, у нас еще есть собачка, Дэн. Собачка зернышки не ест. Что у нас кушает собачка? Мясо, Дениска. Вот это мясо. Это покорми собачку. Собачку покорми. Покорми, Дениска, собачку. Нет, а мам, это зернышки курочки. А собачке надо мясо дать. Вот, собачка ням-ням кушает мяско. Ну смотри, мы совсем обделили других зверей. У нас, смотри, с тобой есть коровка, барашек и козочка. Чем мы их будем кормить, Дениска? Как? Ну не тем же самым, чем курочку. Они травку кушают, сено. У нас, к сожалению... Вот, покорми всех. У нас, к сожалению, нету сухого сена, у нас есть свежее. Представь, что вот это у нас сено, и надо им накормить барашка, козочку и коровку, Дэн. Динчик, смотри, все, здесь закончилось. Видишь, курочка уже все съела. А вот эти голодные, Дэн, смотри. Покорми коровку и барашка. Покорми. Вот, смотри. Вот, чем надо покормить. Ну, друзья, вы поняли, что у нас козочка, коровка и барашек, они питаются сеном. Но у нас есть маленький зайчик, Динчик, да? Сколько у зайчика ушек? Что зайчик любит? Морковку. Покорми зайчика морковкой. Так вот, да? Молодец. Вот мы морковкой покормим. Но у нас еще есть, знаешь, что зайчик любит? Второе лакомство зайчика. Это капуста. Вот она. Капуста. Капусточкой еще зайчика покормить надо, Динь. Нет, хочешь морковкой? Ну вот морковка, держи. Вот выбери, морковкой или капустой ты зайчика будешь кормить, Дениска. Динечка, давай. Морковкой мы зайчика покормили, а капустой-то не покормили. Покорми зайчика морковкой и капустой обязательно. Да, вот, капусточка. Дай зайчику, он же голодный. А мам, кушать хочет. Вот. Друзья, как вы видите, мы сегодня покормили всех домашних животных. Собачку накормили мясом. Курочку мы покормили зерном. Овечку, барашка и козочку покормили сеном. А зайчика накормили капустой и морковкой. Теперь у нас никто не остался голодным.
Ну а мы с вами недолго прощаемся. С вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока. Как ты прощаешься, день с друзьями?